Представляю вам Глоксинию ЕН Санта-Фе 2. Очень яркая расцветка у Глоксинии. Пока ждала, что распустится несколько бутонов, первый уже начал увядать. От ярко-розового до вишневого, что ли, перехода, непонятно. Черешки у листиков длинноватые немножко. Ну, такое огромное количество бутонов заложила, а листиков всего 1, 2, 3, 4, 5. 5 листиков. Листики такие вот зубчиками. Бутончики средненькие. Ну, их море, просто море.